Доброе утро. 6 часов 45 минут в Москве. Я снимаю погоду в Лазаревском. Подписывайтесь на мой канал и получайте видео. Море остается по-прежнему теплым. Около 30 градусов вода. А воздух немножечко прохладнее становится. Сегодня в 6 утра уже было 23 градуса. Повернули на осень. Хотя вчера вечером были в Аше. Я почти до 10 часов вечера не могла своих вытащить из воды. Уже темно, уже вообще не видно ничего, и море просто черное. А они все купались и купались. Эта подруга приехала. И мои племянницы, там сын. В общем, все мы никак не могли выйти из воды. Настолько приятно, комфортно. И очень тепло. Всем хорошего дня и прекрасного настроения.